Хотя День защитника Отечества мы отметим завтра, поздравления принимать начинаем уже сегодня. Это утро вместе с нами встречают очаровательные девушки. Поздравить мужчин с праздником пришли участницы шоу-балета Джули Труш. Доброе утро, девушки! Доброе утро! Доброе Какие утро! Какие вы красивые! Очень! Действительно, отличный подарок, я думаю, сегодня состоится. Вы уже знаете, что вы будете дарить своим мужчинам на завтра? Спасибо за комплименты. А своим мужчинам, да, мы тоже готовим творческие подарки. А некоторые у нас готовят фото, видеопрезентации. Конечно, мы танцуем для наших любимых мужчин. Мы отдаем предпочтение иногда подаркам более такого характера бытового. Кружки, футболки. Но преподносим это, конечно, все творчески. Здорово. Еще такой вопрос. Сейчас грядет просто невероятная праздничная пора. Очень много будет праздников, где, конечно же, вы наверняка будете выступать. Ну и 8 марта, естественно. Да. А вот 8 марта вы устроите себе выходной или нет? Ну, у нас нет выходных. Да, праздники мы работаем. 7 марта у нас тоже уже есть заказчики. Мы где-то будем поздравлять женщин. Новый год у нас праздник. Мы все равно работаем. 23 февраля праздник. Мы все равно работаем. Даже в свое день рождения мы будем работать. Хорошо. А вы бы хотели, чтобы 8 марта мужчины станцевали для вас? Было бы здорово. Станцуйте для нас, пожалуйста. Правда? Вот так вот. 23 февраля – это, между прочим, вклад в 8 марта, да? Точно. Вот сегодня вы нас поздравите, ну а потом и мы в долгу не останемся. Ну что ж, я думаю, дадим девушкам возможность приготовиться к номеру, ну а мы попрощаемся с телезрителями. Это утро вместе с вами встречали Дмитрий Наумчик и Ольга Гапеева. Через несколько секунд вас ждет зажигательный номер от шоу-балета «Джули Труш». А мы поздравляем всех мужчин с праздником. Мужчины, сейчас будет круто. Tengo en el alma ritmo, ritmo, ritmo.